Сегодня по просьбе клиента опять мы сравниваем два основания. Butterfly T-Mobile ZLC, всем известно, и много игроков его предпочитают. И новинка от Ясаки. 5 слоев дерева, 2 слоя TP карбона. Давайте откроем, посмотрим. ZL карбон. Стоимостью порядка 15 тысяч рублей. Любимо уважаем. И Ясака Альнаде, сделана в Японии. Девять тысяч рублей. Только что мы взвешивали на весах, вес на 0,5 грамм легче основания от Ясаки, чем T-Mobile ZLC, но основание более толстое по лопасти. Балансировки у основания абсолютно одинаковые. Нейтральная, отскок мягче и более подпружинивающий от Альнада. T-Mobile чуть более жесткий и звонкий. По ручка у Ясаки более круглая и более удобнее держать однозначно. У Butterfly обычно более жесткие вот эти все края. По лопастям размер одинаковый. Оба основания сделаны в Японии. Любителям вискари и других оснований можно рекомендовать как альтернативу.